Скорость и выносливость. Петропавловский прошел городской чемпионат по велогонкам. За пальму первенства боролись порядка 80 спортсменов. Арман Баенды наблюдал за состязаниями. Среди велогонщиков опытные спортсмены и новички. Мурат Айтмуканов занимается велоспортом всего полгода, но наличие на соревнованиях серьезных соперников его не страшит. Опыт нужен, поэтому намерен бороться. Дистанцию 5 километров преодолел за 13 минут и 32 секунды. Показал 11-й результат. Юный спортсмен не расстраивается, ему предстоит еще много работы. Планы амбициозные. В будущем хочет превзойти своего кумира, олимпийского чемпиона Александра Винокурова. Ветер был сильный, ехать было сложно. Когда в гору поднимался, я очень сильно уставал. Как вниз с горы скатился, стало легко, но ветер в бок дуял. Я лежал на боку и чуть не выехал на встречные соперники. Сильно, но некоторых можно обгонять. Городской чемпионат проводится один раз в год. В этом участников больше и профессионализм выше, отметил главный судья Владимир Парахин. В заезде участвует порядка 80 спортсменов в 4 возрастных категориях. Старшим 15 лет, а младшим 10. Дистанция разная. Получается, у младшей группы будет 5 человек, 5 километров, средняя группа 10, и старшая группа будет идти дистанцию 20 километров. На протяжении последних лет успешно выступают наши воспитанники в составе, получается, сборной Казахстана. Победители городских состязаний получат шанс попасть в сборную Североказахстанской области по велогонкам. Арман Баенды, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК.